Очень приятно, что у нас сегодня состоялась встреча. Очень добрая, очень сердечная, очень насыщенная именно с преподавательскими, там, с студентами на Государственного академического университета наук. Ну, партнерство ветеранских организаций, а в данном случае ветеранской организации района Егеманка, это всегда направлено на добрососедские и, главное, возможности пообщаться с молодым поколением. Помощь ветеранской организации в области патриотического воспитания всегда пользуется большим, как говорится, спросом и в школах, и в университетах. И то, что это дает свой результат, мы замечаем при нашем общении с ребятами, со студентами, со школьниками. На самом деле все ведущие эксперты абсолютно убеждены, что вопросы исторического образования, исторической памяти, исторического просвещения имеют ключевое значение для национальной безопасности любой страны. Именно поэтому мы видели, как в 90-е и в нулевые до сих пор ведутся серьезные попытки по переформатированию исторической памяти, по трансформации тех представлений, которые максимально соответствуют объективной реальности прошлого, искажению, иногда даже фальсификациям и специальным перезаписыванием определенных исторических фактов, оценок и предоставлений иных интерпретаций истории. Поэтому, конечно же, в системе образования мы должны не думать только о образовательных услугах, как это записано до сих пор в законе об образовании. Мы должны понимать, что занимаемся воспитанием граждан Российской Федерации. И это имеет исключительно большое значение. Уже поняли, что ребята у вас отзывчивые, и для них встреча с ветеранами – это то, что даст, как говорится, импульс нашего дальнейшего совместной работы, а именно направление в патриотическом воспитании молодежи, в духовно-нравственном воспитании молодежи, ну и в некоторых социальных вопросах.